Внимание! Эта игра содержит сцены насилия. Суток, друзья, с вами Валерий Хаус. Мы продолжаем проходить классический Resident Evil. Так, что мы хотели сделать в этом эпизоде, это достать дробовик. Так, достать дробовик. Скинем туда. Так вот сделаем. Так. Патроны возьмем. Скинем ключик. Наверное, так. Пока что. Ну и помимо этого, сегодня попробуем доисследовать здание, ну, особняк. Так, вроде как сюда. Взять ружье? Конечно, я хочу взять ружье. Так. Так. Посмотрим его. Remington M870. Помповое ружье. Круто. Так, я еще хотел добраться сюда, вот на улицу. Тут сюда мы еще не ходили. Так, псина. Давай. Че не дохнешь-то? Ах ты, собака. Падла. Так, тут у нас аптечки. Так, возьмем, сразу примем. Придется, наверное, идти выкладывать все, возвращаться сюда за аптечками. Так. По-любому придется разобраться. Патроны кончились. Ёпте мать. Не хотел ружье же тратить. Ладно. Так, вон еще одна аптечка.
хорошо, пускай пока лежит там. Заберем. Сейчас тут избавиться от жмуриков тоже. Давайте, подходите. Да что ты творишь-то, блин? Какой-то. Так, изображен шлем, что-то не понял. А. Че, в этом эпизоде наведаемся обратно к Ребекке. Она там, наверное, уже. Уже отыграла. Так, скидываем все, короче, надо нам аптечки здесь. Так вот. Надеюсь, собаки там больше не появятся. Это слишком рискованно, без оружия. Сразу себе возьмем, потом смешаем. Так, смешали. Смешали эту. Хорошо. Сейчас еще ту вот травушку возьмем, которая в углу там стоит. Скидываем. Лупаем, берем. На ключ стола возьмем один. Так, ключ меч. Берету. Ключ латы. Все, да, пока? Пока все. Зарядимся сразу. Что-то нос чешется вообще. Пойдем дальше исследовать. Так. Где мы не были еще? Мы сейчас находимся тут. Посмотрел на карту, ничего не понял. Ладно.
У нас теперь головоломка. Эту головоломочку я помню. Под картиной надпись «Вся жизнь». Смысл головоломки. Нам нужно... Так, мужчина средних лет. Нет, не хочу. Смысл... Картина новорожденный. Нужно от самого рождения до самой смерти... Ну, в таком порядке нажимать на картину. Картинка молодого человека. Нет, сейчас нам нужен младенец. Был новорожденный. Вот, младенец. Нажимаем. Так, тут у нас кто? Бойкий мальчик. Так. Так. Молодой человек. Мужчина средних лет. Так, теперь старика. Вот. Строго смотрящего старика. Так, стоп. Да, бойкий мальчик. Под картиной надпись «Конец жизни». Все удачно получилось. Так, символ ветра. Так, валим отсюда. Так, сразу скинем, наверное. Да, что-то неудобно, по 10 раз приходится бегать в эту комнату. Ну а что делать? Место надо экономить. Мало ли что. Возвращаемся обратно. Так, понятно. Сюда нам надо будет уже вообще в последнюю очередь. Ну что, пойдем тогда к Ребекке. Наверное. Она, наверное, уже закончила играть. Возьмем сразу эмблему. Это я вот помню. Она нам сейчас пригодится. Правильно, хоть я, ну, я уж и запутался, забыл. Да, правильно, по-моему, сюда. Так, вот сюда. Крабик у нас внизу, по-моему.
Так, тут мы подобрали, да, по-моему? А, нифига мы не подобрали. Ну, ладно, пока. Пока оставим. На обратном пути заберем. Тебе нравится? Это было просто великолепно! Что это? Так, забираем золотую эмблему. Дверка закрывается. Ставим деревянную. Дверка открывается. Крис! Ты в порядке? Все нормально. Так, здесь нам больше делать нечего. Так, закрыто изнутри. Тут-то тоже закрыто изнутри. Так, какая-то ниша под щитом. Вот наши дедушкины старые часы сработали. Возьмем сразу. Че, внутри ничего нет, ты че? Так, символ звезды. Еще не исследовали, не исследовали. Save room. Там несколько дверей. Так, здесь у нас жмур ходит. Там вам пароль нужен. Так, тут мы сбросим. Опа, собачка. Еще одна.
сволочь, а? Все-таки цаптал. Так. Что у нас здесь? Патроны. Кольт. Блин, надо будет возвращаться сюда за этим, за кольтом. Ящик стола закрыт. Использовать ключ стола. О, отлично. Что у нас там? Патроны дробовика. Так, ладно, пока не будем брать, возьмем кольт. Будет его сбросить. Свернемся сюда еще. Так, спалило. Опасно, опасно. Или что, пристрелить этих собак? С пекаря, ладно, ладно, с пистолета сейчас захерачим их. Готово. Ништяк. Много не надо. Фух, вообще здорово. Ладно, патроны оставим пока. Ай-яй-яй, какие они резкие-то, блин. Такие вообще резвые ребята. Надпись «Бывают тигры с красными и синими глазами». Да и понятно это уже. Ставим синий камешек. Опа-на. Нам дается ключ. Ключ здания. Что за ключ? Щит. Хорошо. Хорошечно. Так, ключ-меч. Оп. Ключ-меч больше не нужен. Избавились от ключика от одного. Радует. Ничего важного, ничего полезного. Патрончики. Кусок мяса. Так, дневник сторожа. Май. Так, 9 мая 1998 год. Ночью я, охранник Скотт,
Некто и исследователь Стив играли в покер. Крупно повезло Стиву, хотя я думаю, что он шулер. Мерзавец. 10 мая. Сегодня главный исследователь попросил меня присматривать за новым монстром. Этот монстр напоминает гориллу без шкуры. Мне сказали, что я должен кормить его только живой пищей. Когда я бросил ему свинью, он поиграл с ней перед тем, как сожрать. Оторвал свинье ноги и выпустил ей внутренности. 11 мая. Примерно в 5 часов утра ко мне пришел Скотт и разбудил меня. На нем был надет специальный защитный скафандр. Он сказал, чтобы я надел такой же. Я понял, что в главной лаборатории произошел несчастный случай. Неудивительно, ученые в этой лаборатории работали практически без отдыха днем и даже ночью. 12 мая. Я носил этот проклятый космический скафандр весь день вчера. От него у меня сильно чешется все тело. В отместку сегодня я не покормил этих собак. На душе сразу полегчало. 13 мая. Я пошел в медпункт, у меня вся спина покрылась прыщами и очень сильный зуд. Мне там забинтовали спину, и доктор сказал, что я могу не носить этот скафандр больше. Думаю, сегодня ночью наконец-то выспусь. 14 мая. Когда я проснулся утром, то обнаружил здоровенный волдыр у себя на ноге. Это раздражало, но я вынужден был пойти к собакам. Там было подозрительно тихо, я обнаружил, что некоторые из них убежали. Если наверху об этом узнают, то у меня будут неприятности. 15 мая. Хотя я и чувствовал себя отвратительно, я все же решил сходить повидать Нэнси. Это было мое первое длинное путешествие за последнее время, но я был остановлен охраной. Они сказали, что компания объявила карантин, и я не могу даже позвонить по телефону. Это что, шутка? 16 мая. Я слышал, что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен. У меня горит и чешется все тело. Когда я расцарапал волдырь, из него вытекло большое количество гноя. Что со мной происходит? 19 мая. Жжение прошло, но зуд нет. Сожрал всю собачью еду. Все чешется. Пришел Скотт. У него была такая противная рожа, что я убил его. Вкусно. 4. Чешется вкусно. Вот такие вот сторожа. Патроны. Так, надо бы, блин, аптечечку, наверное. Так, что у нас здесь, замок открыт? А, понятно. Сюда родновато. Мы там еще не обследовали. Не все. Так, не сюда. Так, зомбарь стоит. Мистер. Блин, патроны стратил. А что ты, блин, ублюдок? Еще живой. Козел. Так, помню, сюда нам нужны химикаты. Они у нас в сейв-руме. Старый насос, кажется, он качает воду в фонтан. Крышка открыта. Понятно. Так, сейчас как раз заберем патроны от дробовика. У
вот аптечечку сейчас принять. Так. Блин. Патроны. Просто травы у меня нету. Вот есть зеленая трава. Так. Так, у нас еще. А, химикаты, блин, точно не взял. Древая башка. Сейчас уничтожим растения. Да, не нравится. Мне тоже не понравилось. О, сколько там травушки-то. Так, символ солнца. За травой надо будет вернуться, наверное. Да. Ладно. Как всегда, все выкладываем и идем за травой. Чисты. Отлично. Как раз все влезет.
сейчас смешаем. Комбинировать. Одно красное. Так. Так. Вот эти две зеленые вместе. Здорово. Так. Примем. Точек много. Тут одно не убудет. Щит, обойма, берета, ключ латте. Все, да? Так, ключ стола взять, не взять. Ладно, не будем. Ну и в принципе... Где там? Лента-то, блин. Мы, в принципе, сохранимся. И продолжим уже в следующем эпизоде. У нас там осталась одна комната. И ключ еще. Щит надо использовать будет. Вот. Ну, я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.